Да, да, это шикарненько. Тут же был нубас. Он же просто мимикрировал. Есть хорошие точки для установки растяжек. Ну, автомат не респаунит. Вот автомат. Все хорошо, пошел? Не ходи туда, не ходи. Я... Че, где там эти муртады? Что я ни одного кипира не вижу. Ну, я там разминирую, покажись. Но вижу кефира. Убил кефира. Профит. Вижу еще одного кефира. Где-то тот же самый. А, какой хитрый. Это должно быть три кефира. Ну, так уничтожен. Это свой. Вижу кефира. Это пол. Блин, я с момента респауна. Это лак и порог или механизм. Да. О, кефир. Блин, кто его убил? Почти его монтировкой измочил. Короче, ходите по карте, отжирайтесь. И попадитесь на бомбы, там наверняка кто-то минирует что-то. Как болят места. За мной гонится, спаси меня, спаси. Спаси тебя, я. Постой, муртад. Еще вы убили муртады? Постой, что скажу. Хотите поговорить, а? Мабалай. Аллахи. Ставь сейчас же клеймо. Постой, я не ставлю. Нужны еще хилки, это очень, очень плохо. Так. Молодец. Какие он странные вещи. Какие-то странные вещи он говорил. Эй, не надо меня минировать тут только. Вообще хилка нужна. Нет. Да выберите себя автомат. Ты, кстати, видел, что удалось? Ой. Ты где-то должен Гаус, но я пока не знаю, где он. Я могу забрать. Пошел муртада, поцарапал его. Этот муртад лежит даже... Не забрал оружие. О, ай, какой-то. Я сейчас КП, можешь меня добить, кстати? Я тебе могу показать, где я устану потом. Потом. Нужно взять джампер. Это мой джампер. Муртад. Блин, сколько муртадов? Мне муртад джампер взял. Можешь мне, кстати, снова убить? Вот он, вещь. Бей меня. Полностью. Это он такой резкий муртад. Пол. Он, наверное, ловит. Что значит лес? Очистить статы. Ну, то есть 0 смертей, 0 убийств. Так, понятно.
Ну, ебаный муртат мне приговорил. Чёрт, там взял Гаус. Ловите его. О, муртат, муртат. Ну, прыгал. Хуя, он такой идет. Убили муртата с Гаусом. Не знаю, кто такой не видел. Где тут Гаус даже? Я что-то показал. Я не могу вспомнить. О, ой, вот только что... О, было. Нет, да-да, вот здесь Гаус. В двух местах Гаус убить ничего. Так это за него с пятым вышло. О, тут ракетница есть? Да. Он не выдержал. Он не выдержал? Да. Брак. Ну черт, почему тут дерево дурацкое? Четверт, по-любому. 100% чувак. Хочешь, хочешь. Ну просто какой-то резко. Мне это не понравилось. Какой я себе, блядь, интересно получается. Блин, ну что за фигня? Почему предыдущее оружие сбивается, когда подбираешь новое оружие? В чем логика? У меня муртаж дробовичка не пощадил. Только запоминать места, где аптечки есть. Что-то мортара? Алку это резко. Мне не понравилось. Да, он такой делал вообще. Если случайность, то он не убил. Он меня много раз убил не случайности. Мне это не понравилось. То есть он два раза промахнулся с дробовика почти вот. Причем если бы он не убил. Во имя пропавного джихада. Так я оставлю джихадиста. Кажется странным, что у всех религий... Ну и... Если брать ислам, иудаизм и христианство, что они, во-первых, очень достаточно похожи, потому что все они в книгах написаны. А еще они, в принципе, достаточно пересекаются друг с другом. Ну да. Вот это просто... Ну, это да. Интересно. Да. Мне надо подальше не победить. Резко. Просто с одного выстрела не пощадил. Еще раз не пощадил. Он не щадит. Не, ну... Я вообще хочу почитать какой-нибудь клуб про именно восточную религию. Ты лучше Коран прочти. И православный. Православный Коран, это смысл. Правда, мне кажется, там материал читай, потому что в православном Коране, как я понял, там и... Как бы и Ветхий, и Новый Завет, и
Ну как в Библии. Там стримы больше тысяч. И все такими жесткими. Он реально какой-то резкий пытал. Ой, 5 секрет. Какие вообще ниже? Интересно еще есть. Че? А какие вообще в принципе религии существуют? А, вот, тут на ящике гаус спавнит. Вот, это он в двух местах был, вижу. Я нашел уже одно место. Интересно, а чем тебе ислам не интересен? Не, ну еще так, не видел. Ислам, конечно, хорошо. Блин, он такие... А как он такие прыжки делает, интересно? Он джампер берет. А, он джампером бегает все время? Да. Нажимаешь Ctrl и пробел сверху. Ну, время прыжка. То есть, когда приседаешь, где подпрыгать. Эй, батон, короче, кончен. Он еще и гранатами нормально орудует. Да. Обычными гранатами или под стулом? Обычными. У меня он что-то обычный покарал. То есть мы с ними... Обычный или что? Я что-то не помню. Это вроде обычный. Скажи, что ты делаешь, да. Ну вот, есть, перепанец рядом с боевиком, наверное. Короче, обычно стреляемся вроде как нормально. Он бац, гранату бросает, и все, меня убило, нахуй. Вот такая история. Надо эти православные метки ставить. Так вот, какие еще, в принципе, религии такие есть? Пока больше нет. Буддизм. Ну, вот, ну, буддизм. Ацтекство. Так, а все остальные, они, чем древнее были, тем они были примитивнее. Ну, всякие там шаманы, всякое вот это вот, да. Гаусс кто-то подобрал. Блин, он... Ну хотя не видно, чтобы Ал с Гауссом работал. Если бы он еще Гауссом карал, тогда было бы вообще. Короче, с Алом лучше в ближний бой не вступать. Придет джампер. И тут убегаете от него. КСМ гриб какой-то вообще домашний. Домашний? Ага. Домашний кафир. Ну вообще, ой, блядь. Ой, блядь, какая интересная такая. Может, не стоит его унижать слишком сильно, а то он ревнет. Будет некого убивать. А вот один. Ну что, да, он там чищу домашний. А он ливнул. Не выдержал. А я же домашний. Прочал вообще. Мало. Меня расщепил просто. У меня было 100-100, он меня расщепил. О, пошел, сейчас хранить башню. Он, я говорю, граната не нормально бастает. Нельзя давать ему отжираться, то он будет трудно убиваем. Вообще. Да, у нас кинет. Воловата! Никуда, а. Он реально какой-то есть. Не ловила, что же. Пески, я что-то его не встречал еще в бою.
Что все чуваки знаете по саентологии? А что это вообще такое? Типа какие-то там пришельцы безумные. Там какая-то типа псевдонаучная религия, короче. Ну типа... Это точка спавна дробовиков. Вот там, где ящиков много. Надо удерживать ее просто. Но там их штуки три, наверное, не пришли. Черт, а? Как мы будем держать точку тогда? Там вроде бы они еще загоняют про переселение душ, что такое. Какие-то там эти... А в районе окружного дома. В плане все было лучше. Просто мало. Там остались такие для наука? Чё-чё, не понял. Только на руки ставится или чем? Первое слово не... Ставится как на науке саентология, что ли? Типа. Ну как науки? Там от науки, там, конечно, типа знаешь, как по телеку тело, которое там по какой-нибудь там заряженной воду, типа псевдонаучное, вот с того. Там как бы от науки, типа, только название. Ну, там вот типа. Бля, у меня один хп, кончите меня, сын. Бля, меня сейчас убейте, не меня. Мы с радостью только найду тебя. Всё, теперь уже не надо. Ой, с самым джампером. Пошёл Алла. Он в районе арбалета бегает. Он же в отчаянии сам себя убивает. Ну блин, я не знаю, если бы мне сказали бы, выбирай между саентологией или православным исламом, я бы выбрал православный ислам. Ну блин, это... Можно красиво выбирать. Ну блин, он хотя бы... Хотя бы логичный какой-то. Не, ну как в это верить можно, это же... Как бы... Люди верят в все что угодно, это ж люди. Ну блин, ну... Понятное дело, что даже, ну, и в ислам надо верить. Но там типа как заявляется, что это будет Бог, блядь, придумал. А не какой-то мужик, блядь. Сидел, блядь. Так они... Блядь, что это произошло? Да блядь, какие он странные вещи творил, это там. Блять, я с Салом встретился нахуй, у него автомат, а у меня пистолет сам. И там какая-то что-то у них такая еще правило, что там только ты должен... Ну, типа, к ним, когда поступаешь, что ты, типа, должен там с семьей там какие-то контакты разорвать, что ты там эти бабки передать, какая-то хуйня, типа, не может что-то. Это пиздец, там титанская хуйня. Их там, типа, они там кого-то, блядь, носили. Там была такая хуйня, что они... Кто-то там вышел у них из организации, они кого-то намочили. И, типа, там, дело на завели, там, на того Хаббарда, он вообще какой-то наркоман, там, блядь, маньяк, там, что-то такое, чем то поехал, что-то вот, серьёзное, это пиздец. Но у них, типа, такая серьезная организация, если ты, как бы, ну, начнешь с ними связываться, они тебе ещё пиздец дадут. И, как бы, это пиздец, там. Ну, как короче, я единственное понял, что это полный пиздец. Ну, знаешь, в Америке там же, блядь, много чего, Вот. Я про них говорю. Причем их там пиздец дохуя там. Там не один человек, он там целый, блядь, не города. Я, кстати, как пишу, не ставлю, если не дальше правишь. Я хочу все глянуть. Не, ну, прикинь, это же реально поехали все люди. Ну, у нас там есть, конечно, типа эти старые обряды. Ну, так они когда сидят. Ну, блин, ну, тоже как-то. Я, кстати, Алла покарал. Может, меня поздравить. А теперь он меня покарал. А теперь он меня еще раз покарает.
У него потому что дробовик, а у меня самый пистолет, и патроны закончились. А теперь у него автомат. А я еще раз Алла покарал, прикинь. Мне еще раз надеюсь. С самым пистолетом против самого, не знаю, чего там не было. Он, видать, расслабил. Бля, у меня 11 хп, если меня кто-нибудь увидит. Закопайте меня нахер. А пранишь что? Если. Почему тебе? У меня 4. Да они поехавшие какие-то. Нет, сколько не нужно будет поехать? Они пиздец поехали. А у них там что-то нельзя часом пользоваться, машинами нельзя пользоваться. Что-то тебе хуйня. Ёбните меня. Короче, нельзя ее... Они там на повозке что-то ездят. Бороду отращивают. Борода, ты видишь? Борода, да. Ну, блин, может быть православным мусульманином? У меня, зараза, борода не выступит, блин. Сам бодистый. Бля, у меня перестрелка сюда. Долгий. У меня не было перестрелки, это было... А вот он у меня. А вот он. Что будем брать? Канду, наверное. Давай канду. Не знаю, что это карта, конечно. Я еще раз бежала. Все, Алла покарал. Боже, тут два этих специалиста стало. Не, ну по сравнению с Аллом эти вообще пиздец нахуй ни о чем. Как бы вот с ним реально, как бы каждая перестрелка это пол зашел. Вызов. Да? Как бы я говорю, да, он перестрелка, это убил его, да, вот это перестрелка стала. А это был пол. Ну, он был похож на Алла и делал тоже странные движения. Не, пол все-таки помягче. Хотя мы тут боем его с автоматом, а он был только пистолетом. Левос это вообще не... А зачем он за... Он же зашел, ливнул.